Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. По-прежнему большое число автоаварий в России происходит из-за ненадлежащего состояния дорог. По данным ГИБДД, к примеру, в октябре и ноябре в ДТП погибли 173 человека, почти 2000 получили травмы. В каждой третьей такой трагедии у полицейских возникли претензии к содержанию автотрасс. Также к плачевным последствиям нередко приводят плохие погодные условия и неосвещенность дорог. Трасса 101. МВД озвучило список упражнений, которые должен будет выполнить кандидат в водители после объединения автодрома и города в одно испытание. В перечне, в частности, присутствуют параллельная парковка, парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов, проезд регулируемого и нерегулируемого перекрестка, железнодорожного переезда, обгон, опережение, перестроение. Набор упражнений будет зависеть от категории, которую гражданин желает получить. Новый порядок, напомню, начнет действовать с апреля следующего года. Трасса 101. Власти еще одного региона России отменили транспортный налог для электромобилей. Это произошло в Башкирии. Нововведение будет действовать в течение 3 лет. Распространяется оно только на один электрокар, находящийся в собственности физического либо юридического лица. То есть, если гражданин или организация владеют несколькими зелеными автомобилями, то льготу можно получить лишь на один из них по выбору. Добавлю, по данным агентства «Автостат», в этом году россияне приобрели около 500 новых электромобилей. Трасса 101. В Московском государственном техническом университете имени Баумана разрабатывают собственный родстер. Это, напомню, двухместный автомобиль со складывающейся крышей. Разрабатывают, кстати, уже несколько лет. Согласно появившейся на днях информации, машина будет стоить максимум 750 тысяч рублей. Ранее речь шла о 800 тысячах. Мотор длине собираются позаимствовать на АвтоВАЗе. Это хорошо известный 106-сильный 16-клапанный агрегат. Но есть шанс, что новинка получит и 245-сильный двигатель, созданный тоже в Москве, в институте НАМИ. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.